США уже несколько лет нарушают договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. Утверждение штатов, что Москва не выполняет договор, назвал необоснованными. Министерство обороны Российской Федерации предлагает американской стороне в период до прекращения срока действия договора РСМД принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению договора путем уничтожения. Первое. Развернутых на сушу универсальных пусковых установок МК-41, разработанных для проведения запуска крылатых ракет «Томахок». Второе. Уничтожение ракет-мишеней, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности. Третье. Уничтожение ударных беспилотных летательных аппаратов, подпадающих по своим характеристикам под определение предусмотренного в договоре термина «крылатая ракета наземного базирования».